Всем привет, с вами канал My Horse, и сегодня я хочу вам представить наши новинки, которые были куплены мне на день рождения, но, к сожалению, по непредвиденным обстоятельствам я не смогла снять видео третьего, и шестого я не смогла снять видео, потому что оно получилось очень долго, на 11 минут. И также я пыталась снять другие видео, но они не получались, и поэтому я снимаю это видео аж 26 да, мая. 3 мая у меня день рождения было. В общем, вот, начнем мы с самого маленького моего подарка. Это вот такой вот песик, да, его зовут Бадди. Ребят, если я у кого-то спрягаю кличку, просто напишите мне в комментариях под этим видео. Вот, такой вот песик, он порода австралийская пастушья, ему 1 год, будет 30-го, или 1-го, 1-го, да, 1-го, вот. Он очень добрый, очень смелый, всем поможет всегда, когда даже лошадь с другой лошадью дерутся, он лезет, как бы гавкает на них, гавкает людей, как бы зовет. Вот. В общем, очень хороший пес. Давайте поставим его. Ну, в общем, не важно, отставим. Следующее, это уже не маленькая наша новинка, у нас появилась новая лошадь, где же тут ты? Так, сейчас я вам ее покажу. Вот это новая лошадь. Это дракенская кобылка. Сварилась. Так вот. Это дракенская кобыла. Ее зовут Карамелька. Ей 3 года. Она еще не объезженная. Вот. К сожалению, кобыла в очень плохом состоянии. Вот видите. Тут у нее. Вот. Вот царапина, вот тут на морде. Печально, конечно, но я попытаюсь их отстирать, так сказать. Вот еще тут на копыте. Но я их попытаюсь закрасить. Вот. Кобыла сама очень красивая, мне она очень нравится. Вот. Смотри, видите, стертая на ушках, стертая. Ну, короче, она была, конечно, единственная в магазине, но я думала, что бы ее не взять. А потом, когда приехала, только обратила внимание на это. Вот. Кобыла сама по себе очень добрая, очень отзывчивая, всегда всем поможет, даже врагу поможет. Она очень красивая. Вот. Она у нас не участвует в никаких соревнованиях, так как ей 3 года, и она еще не объезженная. Вот. Очень прикольная кобыла. Следующее я вам покажу лошадь. Это вот эта лошадь из набора, ну, всадница... с лошадью, вот. Вот так вот. Она тоже немножко такая потертая, но я это сотру. Вот, у нее есть такие голубые ушки. Вот. Сейчас они сфокусируются. Вот. Ну, что такое? Не хочет фокусировать. Вот такие голубые ушки и ногавки голубые. Вот. Сама она, ей 3 года. Зовут ее Регата. Сама она очень красивая, очень доброжелательная лошадь, довольно смелая, иногда вспыльчивая. Вот. И вместе с ней в набор шла вот такая вот уздечка. Вот. Это обычная шляховская уздечка, под у нее отстегивается, но сейчас я отстегивать его не буду. Вот. Эта уздечка, точно такая же уздечка, была в наборе с конкурной девушкой, ну, в красном пиджаке. Положим ее сюда. Вот. Только там уздечка была черная. Также вот такое седло. Тоже такое же в наборе с конкурной девушкой. Только седло у них черное и вольтрап белый. А здесь седло коричневое и вольтрап голубой. Вот. И подпруга подлинней. Вот, она очень длинная подпруга. Очень длинная. Вот, не обращайте внимания на вот эту вот краску. Я нечаянно ее покрасила. Красная краска, но я это и уберу. И также в наборе с ней шла вот такая всадница. Ее зовут Ульяна. Она вот в таком голубом пиджаке. У них что самое классное, все под цвет. Вот видите, голубой вольтрап, голубой вот этот пиджачок, у нее кофта. И ушки с ногавками тоже голубые. Очень классно. Вот. Она сама очень добрая, очень доброжелательная. Всем поможет. Как бы вот, она у нас еще является младшим тренером. Когда тренера нет, она тренирует девочек. Также она очень хорошо дружилась с Настей.
Он той самой гонкурной девочкой, да. Вот. А карамелька, собственно говоря, это лучше части. Вообще. Ой, по сериалу. И вообще, в моей жизни. Вот. Это, в принципе, было все. А сейчас я вам хочу объявить такое объявление. Как это бы странно не звучало. В общем, присылайте мне свои вызовы под этим видео в комментариях. Что бы вы хотели, какие бы вызовы, в общем, зачем эти вызовы нужны. Я хочу сделать юбилейное видео на 20 подписчиков, у нас уже их 24, это очень хорошо, это вообще, это просто замечательное количество, спасибо вам огромное за такое число подписчиков. Я не думаю, что мы дойдем до такого числа, я думаю, у меня будет 10 и все, и остановится. Ну вот, нет, 24. В общем, вот, ближе к теме. Пишите свои вызовы под этим видео. Вызовы должно быть примерно 5-6. И, в общем, Карамелька и Регата будут их выполнять. Вот, Карамелька. Можно написать вызовы для них или для какой-то определенной лошади. Успешно, у нас все падают и сегодня. Вот, можно записать вызовы для них двоих, для определенной лошади. Или вот, например, Карамелька, столько-то вызовов, Регата, столько-то вызовов. И совместные им тоже вызовы. Вот. Это, в принципе, число вызовов неограниченное, можно написать, ну, 5-6, я думаю, будет самое логичное. Вот, и можете также написать вызовы, связанные с другими жителями нашего КСК, например, там, Регата поцелуй какого-нибудь жеребца, трепырь, вот. Ну, в принципе, всем спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, пишите свои вызовы в комментариях, всем пока!